У вас когда-нибудь с кем-нибудь, я говорю сейчас не о политических оппонентах, а из людей, с которыми вы общаетесь, опять же, не по работе, а, не знаю, ну, то, что называется, в быту, когда-нибудь были конфликты или неприятные разговоры по поводу того, что Молотов – это там соратник Сталина, тирана, бла-бла-бла? Но это бывает. Например, в последний эфир с Познером с Владимиром, он довольно жестко меня по этой теме спрашивал. Это все-таки был профессиональный интерес, а вот я имею в виду... Что касается бытового... Вот может это быть в каком-нибудь застолье, условно говоря, кто-нибудь вам... Тоже, знаете, есть такое слово «предъява». Вот вы знаете, ни разу в жизни со мной такого, честно говоря, не случалось. Но случалось, что... Ну, скажем, я все-таки учился на историческом факультете, да, идеологический факультет, и вопрос об антипартийной группе, он был достаточно таким частым дополнительным вопросом, на который мне приходилось отвечать. Вопрос об антипартийной группе 1957 года Молотова, Маленкова, Кагановича и прикнувшего к ним Шипилова. Я почти наизусть знал это постановление. Вот, тем более, что там не было ничего такого страшного, поскольку все пункты обвинения потом стали пунктами обвинения против Хрущева, его снятие в 64-м году. А ваши спутницы жизни, так скажем, всегда были единомышленницами вашими? Да. Или вот этот аспект, он имел значение, когда вы вообще сходитесь с человеком, неважно, там, нормантическое, товарищеское? Что значит единомышленность? Вы имеете политический взгляд? Нет, вот мировоззренческие, то есть вот ценностную систему, что есть хорошо и что есть плохо. Это важно, чтобы человек, с которым вы постоянно или работаете, или общаетесь, разделял ваши представления о прекрасном? Или нет? Или вы достаточно в этом смысле человек лобильный? Ну, знаете, так получалось, что всегда это совпадало. А сыновья? Они тоже с сыновьями, кстати, вот старший мой сын, который учился в Соединенных Штатах, он... гораздо ближе к моим взглядам. Может быть, потому что он старше. Что касается, так скажем, средней когорты моих детей, то мы не всегда с ним совпадаем по тем или иным политическим позициям. Когда-то были споры. Кстати, особенно острые в 2011 году, когда была известная избирательная кампания, политическое обострение. Вся история с Болотной. Да, вся эта история с Болотной, да. То есть у них были не всегда совпадающие со мной взгляды. Ну, я, понимаете, в публичном поле уже нахожусь не первые десятилетия, поэтому вряд ли я могу получить вопрос, которого бы я не ожидал. Формат вообще такого глубокого интервью, он практически на телевидении не существует. Есть очень немного передач, где действительно можно поговорить. Ясно, что ведущему интересно задать те вопросы, которые интересно задать телезрителям.